Это пляж Берега. И с вами Александр ТВ. Такой пляж. Сейчас пройдем, и я все вам покажу. Такая вот дорожка. Пешеходная и велодорожка. Такие вот освещения тут. Ступеньки такие вот. А вон прямо пляж. Красивый, благоустроенный пляж. Вот такая вот речка. Вот он, этот пляж. Вон раздеваловки есть. Вон шезлонги. Экстренный вызов. 112 есть, нужен вызов. Вот такой вот красивый, благоустроенный пляж. Все везде есть. И горки для детей. Такой красивый пляж. Смотрим. Наслаждаемся. Такие вон качельки. Вон. Тут продают все. Вот все продают. Напитки. Тут можно поиграть в волейбол. Две площадки волейбольных сделали тут. Шезлонги, которые можно брать бесплатно и лежать на них. Вот она одна, баскетбольная, то есть волейбольная площадка, и вторая волейбольная площадка. Вот белая спасательная вышка, ну, где дежурит, смотрит. Техника безопасности. Тут три столика. Настольный теннис. Поиграть можно. Настольный теннис. А там раздеваловки. Но есть в некоторых еще и душ. Где можно умыться. Красивая территория. Такие вот камни лежат. Цветы растут, лавочки везде. На них убирают, сажают, поливают, ну, ухаживают за растениями. Здесь спортивная площадка. Вот она, небольшая спортивная площадка. Тут такая вот сцена, вон написано «Берега», где концерты проводят и так далее. Тут такой вот фонтанчик бьет. Фонтанчик такой.
такие вот необычные качельки. Столики. Тут такая вот, чтоб перекусить, я кебаб. Такие вот цены. Шикарный пляж. Народу вообще уже нет. Практически там мало очень. Елочки высажены. Красота, газончик такой. Все красиво. Уютно. Все меняется. По-своему. Вон души, а тут такой вот питьевой фонтанчик. Где можно попить водичку. Такая вот красота. Цветы растут. Такой вот белый песок. А вон на воде плавает утка. Уточка плавает. Как хорошо прогуляться и показать вам такую красоту, что есть на пляжу. Пляж Берега. Такое вот ощущение, что ты не в Белгороде находишься, а где-то на море, на пляжу. Каждая зона по-своему красива. Со временем хотят побольше здесь поставить питьевых фонтанов. И так далее. Вон как газон распыляет. Просто одно удовольствие. Вот какая система полива. Везде цветы, везде все растет. А здесь такая вот картинка. Какой раньше был пляж. Красота. Всем пока. Всем до новых встреч.